Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы с вами разобрали свойства и получение и применение кислорода на предыдущем занятии, а сегодня мы с вами закрепим эти полученные знания на практике, то есть разберем несколько практических заданий. Я, Плечева Ольга Гаревна, ведущий методист группы компании «Просвещение», буду с вами, и с вами мы разберем несколько примеров. Первое задание, которое мы разберем, это необходимо записать уравнение реакции, которые схематически представлены следующим образом. Значит, как действовать в этом случае? Давайте с вами посмотрим на первую схему. Значит, у нас имеется сульфид лития, плюс он реагирует с неизвестным веществом, при этом у нас образуется оксид серы 2 и оксид лития. Значит, что мы с вами видим? У нас появилась в правой части в продуктах реакции новые атомы, это кислород. Значит, логично предположить, что сульфид лития будет взаимодействовать с кислородом. Что касается второго уравнения, мы к нему вернемся немножко попозже. Вот это вещество, которое вы видите, C2H2, это ацетилен, это газ. С его свойствами вы более подробно познакомитесь в 10 классе в курсе органической химии. Значит, что это вещество просто газ. Итак, первое уравнение. Значит, как мы с вами уже определили, сульфид лития, очевидно, будет реагировать с кислородом. Значит, схематически этот процесс можно записать вот таким вот образом. Теперь нам необходимо расставить коэффициенты, то есть уравнять реакцию. Значит, что мы с вами видим? В левой части у нас один атом серы, в правой части он тоже один. В левой части у нас два атома лития, в правой части тоже атомов лития 2. Однако мы видим, что это уравнение реакции не сходится по кислороду, потому что в левой части у нас кислорода, атомов кислорода 2, в правой получается 3. Значит, для того, чтобы уравнять эту реакцию, необходимо в левой части, значит, дописать к сульфиду лития коэффициент 2, необходимо дописать двойку перед оксидом серы 4 и двойку перед оксидом лития. И таким образом, значит, мы с вами смотрим по правой части, что у нас получается. Здесь у нас 4 кислорода и здесь 2. Значит, соответственно, в правую часть мы ставим перед кислородом индекс 3. То есть у нас будет две молекулы сульфида лития и три молекулы кислорода взаимодействовать. Окончательное уравнение реакции перед вами. Значит, что касается второго процесса. Как я вам уже сказала, ацетилен – это газ. Значит, газы взаимодействуют с кислородом, этот процесс называется горение. При горении, когда мы с вами разбирали химические свойства кислорода, мы там смотрели реакцию с метаном. С метаном у нас образовался углекислый газ и вода, и вообще это продукты реакции горения практически всех газов. Поэтому мы можем в качестве продуктов смело записать оксид углерода 4 и воду. Значит, теперь нам необходимо расставить коэффициенты этой реакции, то есть уравнять, чтобы у нас была не схема, а уравнение. Значит, что мы с вами видим? В левой части у нас два атома углерода, два атома водорода. Значит, перед углеродом тогда мы с вами в правую часть ставим двойку. Что касается водородов, хотя их здесь два, но мы видим, что у нас атом кислорода один, а их не может быть нечетное количество. Тогда ставим с вами еще одну двоечку. И видим, что у нас не сходится при этом по кислороду это уравнение. Значит, необходимо в левой части коэффициенты умножить на 2. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится. То есть мы с вами здесь ставим двойку, здесь ставим четверку, и тогда у нас перед ацетиленом необходимо поставить индекс 2 и проверяем все по кислороду. Значит, у нас получается здесь 8 атомов кислорода, здесь 2. Значит, тогда в левую часть реакции, прошу прощения, мы ставим индекс 5.
И окончательное уравнение реакции у нас будет 2 молекулы ацетилена плюс 5 молекул кислорода, да, и у нас образуется углекислый газ и вода. То есть задание несложное, единственное, оно требует внимания. И еще одно задание посложнее. Значит, исторически одним из самых первых способов получения кислорода была реакция разложения оксида ртути-2. Необходимо записать уравнение этой реакции и определить, к какому типу реакции по тепловому эффекту она относится. Здесь будет необходимо поработать, конечно, с дополнительной литературой, поскольку в учебниках чаще всего эта реакция не дается, но я вам ее, что называется, просто уже в готовом виде даю. Значит, немножко из истории этого эксперимента. Собственно говоря, вот с помощью вот этой вот реакции ученый Джозеф Присли, причем дата достаточно точно известна, это 1 августа 1774 года, вот в ходе этого процесса получил кислород. И считается, что именно этот ученый открыл вообще кислород как таковой, хотя он и не догадался сразу о том, что он открыл новое вещество. Значит, при нагревании оксид ртути разлагается на металлическую ртуть и кислород. Реакция проводится в герметично закрытом сосуде, и, как мы видим, она требует повышенной температуры. Значит, все процессы, как вы помните из темы типы химических реакций, процессы, которые идут поглощением тепла, называются эндотермическими. Поскольку здесь требуется нагревание, значит, процесс идет с поглощением тепла. Вот мы с вами и ответили на оба вопроса. Написали с вами уравнение реакции и определили, что этот процесс будет относиться по тепловому эффекту к эндотермическим реакциям. На этом у меня все. Прощаюсь с вами и желаю успехов в учебе.